Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Ассасина. Две серии подряд записываю. Давайте-ка мы узнаем, что творится среди матросов. Матросы и еще раз матросы, блядь. Где матросы-то? Надо, наверное, на палубу подняться или нет? Они где-то... Опять харчи урезал. Был припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Поговорил бы с ним кто. Значит, капитан урезал еду. Вон он идет. Слушай, а тут сделай можно играть во что-то ведь, да? Не, я играть не буду ни во что, наверное. Хотя можно попробовать, кстати. Ну, это потом уже. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Я, кстати, провел еще один эксперимент со светом. И, блин, видите, я все стал видеть. Мне сейчас в морду он не светит. Лампочку поставил в другое место, правда, маленькое. На камере моя морда... потемнее стало. Ну, я думаю, морду-то все равно видно. То есть не так критично. Поговорить с доктором или Коком. Во-первых, доктор у нас вот там, я помню. Мы только что к нему заходили. Вот и доктор. Доктор, можно вас на минуту? Вы заболели? Нет, вовсе нет. Вы не слышали разговоров о том, что творится на борту? А что творится? Может, кто-то жалуется. Команде не нравится капитан или пассажиры. Вот и Джеймс тоже спрашивал. Но я, знаете ли, так поглощен работой, ни на что больше внимания не обращаю. А где мне найти Джеймса? Зайдите на камбуз. А теперь, увы, я занят. А чем ты занят? Что ты там, читаешь, что ли, как лечить пациента? Надо было заранее это изучить. Ты что, дядя? Камбуз у нас... Я, кстати, почему-то думал, что камбуз у нас прямо рядышком, а камбуз-то, оказывается, здесь. О. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Живым до колонии хотят добраться все, но почему, какого хера? Я вроде настройки-то делал. Стоп. Параметры, секунду, сейчас потратим немного драгоценного времени. Интерфейс. Изменить вид анимации. Что, блять? Все управление мини-карты здоровья рекруты. Погоди, а как субтитры поменьше сделать? Общие, наверное, да? Яркость, субтитры. Нет, обычный стоит. Самый маленький, кстати. Самый маленький. Если сделать крупный, там в полэкрана, что ли? Поменьше. Даже я их вижу. Что удивительно. Поменьше бы хотелось немного. Ну ладно, не страшно, не страшно, я думаю. Ладно, ищите подсказки на корме. Погнали на корму. Подсказка где-то здесь. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт.
Но зачем? Непонятненько. Выясните причину шума на нижней палубе. Ладно, сейчас выясним причину-то на нижней палубе. А зачем груз сбрасывать? Может быть, это как в «Пиратах Карибского моря»? Там трупы сбрасывали, чтобы показать дорогу. Другому кораблю, который преследовал. И шляпа не снимает. Глаза куда? Прячет, где? Чтобы мы не видали, как он... Тихо! Вон он идет! Сделай вид, что работаешь! Суки! Бздят все-таки меня! А тут пьянка в самом разгаре. Вот это ничего себе. Слушайте, ну у них тут, вот смотрите, у них тут мясо висит. Я так понимаю, это кок? С животных навалом. А почему их только солониной кормят? Ну, хотя, с другой стороны, холодильников-то не было. Как, чем еще их кормить-то? Они уж тут месяц плывут. Я тебе ничего не скажу! Это была твоя ошибка, дядя. Где-то здесь еще у кого-то можно что-то узнать. У тебя? Здорово, вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было, но капитан должен лучше обращаться с людьми. Капитан должен лучше, естественно, должен лучше обращаться с командой-то. От команды зависит жизнь всех, причем и капитана, и самой команды. Где у нас капитан? Капитан, здесь у нас каюта капитана. По идее, должна быть или нет? Нет, капитан. Капитан на корме. А внизу, подожди, что ж там внизу-то было? Скользкий какой-то малый, и шляпа не снимает. Опять харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. Там замкнуло. Замкнуло, видимо. Пока у нас галеты. Ну и что здесь нам надо найти? Нажмите М. А, орлиное зрение, точно ведь. Нажмите М для орлиного зрения. Опа, что-то ключик, смотри-ка. Ничего себе. Давай-ка сюда посмотрим, что это такое. Изучить подсказку. Забавно. Да. Забавно. Атлантический океан, день 33. Я так понимаю, это как раз след для указывания следа. Выкидываются бочки. О том, о чем я и говорил. Сейчас, может быть, какие-нибудь пираты нападут. Я не знаю, если честно. Не помню ни хера. Не помню ни хера вообще. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте... Эй, береги головы!
Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Хейтем. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Вот это сюжетный поворот. Цель, которая отмечена красным. Блин, что-то... Это... Я не пойму, игру подлагивает? А, нет, это просто такой эффект. Ох, нихера себе. Давай, давай, опа. Парирование, отлично просто. Бей, сука. На-на. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Контратака не удалось. А где мое здоровье, я чуть не помню. А, слева, наверное. А, ух, нихера себе. Какой приемчик сделал. Лежачего не бьют. Согласен. Согласен. Оп, оп, оп. Делов-то. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Атлантический океан. Позже в тот же день. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Закрепить шкоты. Хорошо. Снасти, в смысле. Давайте-ка закрепим. Подожди, закрепить. Закрепить. Кстати, вот с этой-то части, по-моему, и начались миссии на кораблях. Насколько я помню. По-моему, же здесь. Слушайте, а ведь точно. В третьей же части, по-моему, если не ошибаюсь, у нас будет корабль так свой. Или не будет ли? Смутновато помню, но вроде бы да, так и есть. Ну, посмотрим. Игра только началась, на самом деле. Что тут гадать. Я не очень много моментов помню из нее, признаюсь честно. Я уже это признавался в этом, точнее. Что такое? Ух, твою мать. Давай, поехали. Оба, перепрыгнули, отлично. Завяжите лопнувшую снасть. Нам нужна скорость. Отдать паруса. Хейтем! Вы на фок-мачту! Джеймс, на грот-мачту, живо! На фок-мачту? А как мне на фок-мачту залезть? Подожди-ка. Подожди, здесь мы залезем на фок-мачту?
Нет, не залезем. Наверное, вот отсюда все-таки. Ох, море, шторм, романтика. Блин, а где залезать? На мачту? С какой стороны-то? Так, погоди, погоди. Я не могу вот здесь запрыгнуть? Да могу, а почему нет? Ты что-то не запрыгивал сразу. Хей, там что-то мозги пудрят. Ох уж эти, блядь, предки этого. Ведь хейтом я вот, кстати, что-то вот этот вот момент-то и не знаю. Хейтом, он же предок Эдсо, все правильно? Вроде бы да. Подожди, не удержи. Держись ты, ёпты мать. Погоди. А, 30 секунд. Спасите Джеймса на задании на время. Сейчас спасем. Джеймс, держись, сволочь. Опа. Спасибо. Спасибо. Это так ветер странно сделал. А, смотрите, корабль утонул, преследовавший. Атлантический океан, 972. Галеты. Глаза уже не смотрят на эти галеты, наверное. Больше 2 месяцев плавание идет. Немытые, голодные, грязные. Ой, бляха-муха. Так. Встретьтесь с капитаном на носу. Вот у нас нос, а вот и капитан. Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Подняться на Марс. Подняться на Марс. Ну чего ты, блин? А почему ты не прыгаешь? Сука, ебаные баги, блин. А может, давай здесь поднимемся на Марс? Какая разница? Что там, что здесь? Главное же подняться, правильно? Так, сюда? Сюда вроде бы, да? А дальше куда? Ну, дальше, наверное, мы сейчас сюда вот запрыгнем. Стой, стой, Кеновый, блядь, не еби мозги, пожалуйста. Давай, запрыгивай. Хопа! Есть. Я на самом деле, я вот сейчас ловлю себя на слове, что я разучился все-таки играть. Разучился прыгать. Я не знаю почему. Как-то неуверенно все это делаю, и приходится думать, какую кнопку нажимать. Что не очень хорошо. Ну давай запрыгивай. Вот почему ты не хочешь запрыгнуть? Ёб твою мать, куда ты упал? А может быть, нам надо в другое место? Не, а почему? Вот, все, тут сейчас запрыгнул. С места не хочет, так запрыгивает с разбега. Ubisoft представляет Assassin's Creed 3. Скрин хороший бы получился. Ну, часть первая. Путешествие в новый свет. Все задания мы выполнили, даже дополнительные. Получено новое сообщение. Заработано очков. О, смотри-ка, я тут в Ubisoft же свои очки идут. 10 очков заработали.
Часть вторая. Бостон, 1754 год. Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Добро пожаловать в Бостон. Часть вторая. И служите под началом Эдварда Брэдека. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Проклятие! Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда! Вор! Хватайте его! Идите за Чарльзом Ли. Бостон весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Слушайте, а красиво нарисовано на самом деле. Солдат вон появляется из ниоткуда. Найдите лавку смешанных товаров. Да, нас тут, кстати, солдаты пасут уже. Они отмечены на карте красненькие. Что не есть хорошо. Что это говорит о том, что надо вести себя прилично. Вести себя прилично, но... Это же мы. Вот, лавка смешанных товаров. Письмо. Кстати, а что за письмо? Это какое-то доп. Задание, что ли? Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин. К вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Бенджамин Франклин. Тот самый мужик со 100-долларовой купюры. Если не ошибаюсь, единственный... Кто изображен на банкнотах США? Единственный человек, который не был президентом. Вроде бы. Но могу ошибаться. Да нет, вроде бы так и есть. Что тебе надо? Че ты так? Почему у тебя письмо? Письма центр Бостона. Начать задание. Давайте начнем. Доставьте письма в Бостон. Джек Фредерикс поможет. Письма в Бостон. Подождите, лавку-то я же не нашел, что... Как не нашел? А вот же он. Карта у нас есть? Как карта включается? Слушайте, а карта есть. Это мне сюда надо письма доставить? Курьерское? Да ничего себе, блядь, а что как... В море прям? А что как далеко-то? Предупреждаем вас, что на мосту мельничного ручья... Велькомен, входите. Торговля. Так, купить-продать. Лавка Хэнкока. Хэнкока? Чё ты не похож на Уилл Смита, блядь. Купить. Обычное оружие.
Обычные сабли. 2000 средств у нас 800. Цена... Ой, 2800. 50. А цена 700. Обычные сабли. Погоди-ка, а тут огнестрельные еще есть. Кремниевый пистолет за 2000 рублей. Ну, не рублей, а долларов, естественно. Продать. Продать у нас нечего. Надо, наверное, покупать. Денег-то нам специально столько дали, чтобы купить пистолет. Самый обычный. И самую обычную саблю. За 700 берем саблю. Подтвердить, потому что у нас нету вообще ни хрена никакого оружия, я как понимаю. И берем кремниевый пистолет. Цена 2000. Этот кремниевый пистолет стреляет точнее на малых расстояниях, однако он слабее мушкета. Его удобнее и выгоднее использовать в боях с... Че, блять? Ох, сколько много читать. Да что нельзя? Разберу, что было, блять. В масштабных сражениях перезаряжать это оружие требуется после каждого выстрела, поэтому многие носят с собой два или больше таких пистолета. Одновременно. Сделайте себе двойную кобуру, это позволит вам носить два пистолета. Берем. Берем. Баланс 150. Кремниевый пистолет куплен, отлично. Все, затарились. Как им теперь пользоваться только? Надо еще узнать. Так, покиньте лавку. А, так мне по заданию надо было это все сделать. Купить пистолет и саблю. А что ты только увидел? Нажмите, чтобы открыть селектор оружия. Угу. Назначить. Сейчас надо разобраться с этим. Что-то я припарил вот эту хрень. Так. Деньги. Ёбаный рот. Деньги. А как менять оружие? На циферки? Используйте, чтобы выбрать саблю. Ну, давай. Нажмите А. Скрытый клинок, сабля. Давай саблю выберем. А быстро это как-то нельзя, что ли? Ой, бросить деньги. Погоди, блин, что-то не то. Пистолет, оружие. Чё? Лошадь, свисток? Что, блядь, за свисток? Пистолет кремниевый. Ну что, блядь, я не могу выбрать, что ли? Ближний бой, дальний бой. Или он на... А, мышь работает. Пистолет у нас выбран. Правильно. А скрытый клинок как выбирать? Блядь, что я делаю? Скрытый клинок как выбирать? Сейчас мы это с вами все выясним. На колесо мыши? Нет. Так, нет. Это у нас скрытый... Я ходить не могу, почему? Все. Нажмите А. Так, пойди. Нажмите А, чтобы открыть электрооружие. Используйте цифр, чтобы выбрать саблю в категории большое оружие. Нажмите А еще раз, чтобы закрыть электрооружие. Так. Сабля. Ну, так, саблю назначить. А как назначить-то? Блять. Да... Кремниевый пистолет выбран. А этот оружие как? Обычная сабля? Да у меня нет больше ни хера ведь. Ну? Слушай, я что-то затупил, что ли, я не понимаю. Обычная сабля? А, вот! Ёпта. Не, погодите, это как-то... Нажмите кнопку направления DOP3, DOP2, чтобы добавить... Что, блядь, за хуйня? ДОП-3, ДОП-2. Это что означает? Да? Стоп. Ну-ка. А может быть... Так, сабля это у нас... Нельзя назначить? Назначить. Стоп. Назначить обычно. Угу. Как ты же... Пистолет. А! Во! Хорошо. Следуйте за Али, зеленый дракон, лошадь. Я не понимаю, как выбирать оружие. Может быть, на F-ке? Нет, на F-ке тоже не работает. Ты тут ничего не выключил, блядь? Случайно. Ой, ты пистолет-то, блядь. Да, волыну-то убери, дядя, блядь. Ой, извини, мужик. Как менять оружие быстро? Хуй с ним, потом разберемся. Вот лошади есть у нас.
Ну, плотва, блядь. Держись, плотва, блядь. На пробел. Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки. Но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Народ, блядь, давим. Зеленый дракон. Да, как менять оружие? Вот меня больше всего этот момент интересует. Надо это выяснить. Я выясню, может быть, между сериями. Обязательно просто. А вот зеленый дракон. Правильно, правильно. Горцующий пони, блядь. Зеленый дракон. Из той же серии. В лавке появилось новое оружие. Французская рапира. Услуга. Поехали. Ах ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах да, помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Сюда. Бабу ужасно озвучили, на мой взгляд. Да, блин. Конечно, не Хилтон, но... Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. В лавках появились новые инструменты, дымовые бомбы. Тут, кстати, что тут? В предыдущих играх... Тоже так писалось? Получено сообщение. Что-то вот это на самом деле не помню. Получено новое сообщение. Да идите нахуй своим анимусом. Уберите эту хрень. Вот. Нам куда? Нам, наверное. Блин, как же менять оружие? Ёб твою мать. Ну неужели вот это постоянно заходить? Я тут-то не разобрался, как его менять. В менюшке-то, блядь, не то что на кнопке. Не может быть, блядь, чтобы так долго все это время занимали. То есть сначала надо на А нажать, выбрать. Там пострелять или подраться. Другое, ну не знаю. Должен быть какой-то более простой способ. Надо спросить у знающего человека. Поручение Джонсона, часть вторая. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз.
Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Прекрасный план. Удерживайте, чтобы прицелиться. Этот я... На, сука. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Так, ты перезаряжаешь, да? То есть выстрела никто не слышал. Перезарядка длится... вот справа, я так понимаю, шкала, да? Перезарядка. Да, пока мы не разозлились. Залезьте на скалу и войдите в убежище. А где на скалу? В каком месте мне залезть? Здесь? Да. Я разве тут залезу? Да ты что? Застрелите наемников. 10 штук. О, у меня тут есть винтовка. Бля, это что такое? Что это? Ядра. Ядрышки, давай-ка сюда ее. Убирайтесь отсюда. Вот. Нажимаю. Хорошо. Так, это наемники? Да. Пока мы не разозлились. Наверное, да? Я не попал? Как не попал? Да, пока мы не разозлились. Ее перезаряжать надо, интересно? Убирайтесь отсюда. Что за хуйня происходит? Господи, это перезарядка так происходит? Убирайтесь отсюда. Эх, блядь. Ох уж ты, 18 век. А перезаряжай. Так, 10 человек надо убить. Я двух убил. А, это второстепенные. Ну вот, смотри, контрольный. Да, блядь, тут 3 шага, ты, ёпты мать. Почему ты не попал? Кену, давай перезаряжай. Тут на 3 шага, блядь. Погоди, надо самого дальнего убить. Вот, ему проще по башке подойти и дать. Нас. Давай, давай, перезаряжай, ёпты мать. А, кусты есть. Ёпты, я ж прятаться могу. Стой. Кенуэй, давай, блядь, пиздошь. Перезаряжай пушку нашу. Говённую. Воу-воу-воу. Тихо. Как драться-то, блядь? Да, блядь, быстро ли ты, сука тупая? Ёбаный рот. Здоровится-то, блядь, не очень. Так, я не понимаю, как драться, ну ладно. Я на туре не понимаю, как драться. Штыком. Я не понимаю, как... Давай, перезаряжай. А может, новый просто взять надо было, и все? Ну, сука! Уйди, мразь. Я перезарядил, да? На, нахуй. Шикарно. Перезаряжай. У меня пуль-то есть еще. 4 застрелили. Назад! Назад! Внутри безопасно! Наемник. Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. По бочонкам. А почему не доп задание-то, блядь, у меня исчезло куда-то? Ну что, за дело? А неплохо. А неплохо, хочу вам сказать, господа. Давай, бери винтовку. Она перезаряжена? Да. Заряжена. Он висит, блядь. Выходит, не очень-то тут безопасно. Как живой. Ну, не живой, блядь. Хорошо. Это что такое? За это дадут не... Подобрать предмет. Опа. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу.
Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. На говно похоже. Так, нажмите К, чтобы автоматически выстрелить при при приближении к врагу. Ох, как круто. Давай, давай, заряжай, заряжай. Ой, тут еще есть народ-то. Беги, беги, беги. А, К, выстрел. Ты, сука, ни хера не зарядил, что ли? Ебаный ты рот. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Хотим. Грабить тоже их можно, да? Стольких пришлось убить. Да, чертовски жаль. Ну, зеленый дракон. Выпить охота. Не позволяйте Хикили потерять больше половины здоровья. Блин, а почему? А, мне их сейчас надо защищать, твою ж мать. Так, перезарядить у нас, да, ствол перезаряжен. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Да как, блядь, драться-то, ёпты мать? Остановите! Ну, сука, уйди, мразь. Отлично просто. Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Я согласен с тобой полностью. Вы что, запамятовали, что на нас напали? Уйди, сука, убрось ты его. Сразу видно, блядь, кто предок, ну. Деньги, деньги нам понадобятся. Давай, давай, обыскивай. Сейчас они там пизды наваляют, правда. Бери винтовку. Да, тут проще, наверное, не перезаряжать, а бросить ее и взять другую. Мушкет. Так, где? Ага. Да, сука! Опа! А, во-во, здравствуйте как, ничего себе. А, другое возьму. Помогите просто. Помогите мне! Не хнычь! Уже иду! Так, 8 грохнули, да? Бросай. Берем другую винтовку и все. А если эту возьму? Даже... А, нет, смотри-ка, она не перезаряжается. Надеюсь, что сундук того стоит. Да ладно, это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Ну, кстати, Хики маленько подбили. 8 монеток. Ну, монетки тут, блин. Сейчас, конечно, в начале игры надо все собирать. А потом, я думаю, мы станем богачами, как обычно. Ну где, суки? Блять, а у меня не перезаряжен пистолет-то. Ебаный рот. Нихера, я успеваю, между прочим. Заблокировать удар от них. Вообще красиво. Так, вот этих надо замочались. А где у них стволы? Давай, сейчас свой зарядим. Это очень неудобно, но хули сделаешь-то. 18 век, мать твою. Так. А брось его нахуй. У меня свой есть. У нас, сука. Отлично. Как перезаряжать-то? А там еще кто-то, что ли? А, там двое еще, смотри-ка. Дай-ка мне ствол-то.
Где они? На крыше стоят, вот суки. Давай, давай, бросай, бросай его. Ладно. Шикарно. Не сдох. Опа, а сейчас сам перезаряжает. Не понимаю, в чем дело, блядь. Кажется, это все. Когда, кажется, креститься надо, музяка прям, прям такая суровая заиграла. Где? Кто там? Где они? Хики и Чарльз. О. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягеха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Часть вторая. Поручение Джонсона. Давайте тогда на сегодня и закончим с ассасином. Полная синхронизация. Нормально мы задание выполнили. По-моему, да, на полную синхронизацию. То есть ничего не упустили, даже сделали доп. Задание. Продолжим в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.